Здравствуйте, друзья! Я все ждал, что про нас кто-то напишет талантливую пародию, но обычно, вот если что пишут, то какие-то бездарные пасквили. Поэтому я подумал, сам не напишешь талантливую пародию, значит, никто не напишет. Вот я написал про себя, про наш канал, талантливую пародию. Чтобы понять, как бы, глубже то, что там будет происходить, я ожидаю, что вы знаете песню Семена Слепакова про Любу, звезду Ютуба. И если кто не слышал, значит, я замечаю, что некоторые не знают. Надо просто в Ютубе набрать «Люба, звезда Ютуба». Это не та Люба, что из Гугла у нас на канале. Вот это совершенно другая Люба у нас там будет присутствовать. Люба, звезда Ютуба, которая в силу тех приключений, которые описаны в песне, значит, у Семена Слепакова, оказалась на Баренцевом море в конечном счете. И вот дальше с ней какие-то вещи происходят. Я написал эту самую пародию. Вам сейчас буду исполнять. Так, акапелла. Мотив народный, естественно, слова мои. На палубе матросы курили папиросы, на Баренцевом море ветрищ просто шквал. Сидит в каморке Люба, та самая с Ютуба, ее в Ютубе кто-то заинтересовал. Снесло Любаше крыши, она портного Мишу полярной ночью смотрит, тревоги сбросив груз. Виденье было Любе, она в унтах и шубе, морского льва кормила на пирсе в Санта-Крус. Зачем тебе, Любаша, нужна долина наша, в которой силиконом людей не удивить? Но Люба не молчала и твердо отвечала: я скоро буду софтвер, как мать свою, любить. Тестировать программы вас не научат мамы, а Миш он научит и денег не возьмет. Вот вам, звезда Ютуба, пример берите с Любы, раскатывайте губы и двигайтесь вперед. На палубе матросы докурят папиросы, останется открытым вопрос, как дальше жить. И в море, и на суше портного Мишу слушай, как жить пускай научит и как бабло рубить. Все.